Всем привет, дорогие друзья мои, подруги. С вами, как всегда, Алекс. И шедевр, которого ты явно ждал, и я ждал. Это Call of Duty Black Ops 6. Значит, бета-версия, вот, для тех, кто предзаказал, возможно. Поэтому пошли посмотрим сетевую игру, да? Сейчас глянем на нее, что да как. А, начать могу я. Полоса препятствий. Бой вот-вот начнется. Ну давай, ладно, давай посмотрим, что это за полоса препятствий. Они так просто рекламировали это. Протокол. Авалон. Ну и сетевую потом посмотрим. У нас бета-тест будет не один день длиться. А потом второй бета-тест будет, я уже не помню, с 4 по 6 сентября. Так, бежим так. Ну, начать обучение. Так, shift, бег, вправо, влево. Я могу бежать вправо-влево теперь, это понятно. Скольжение. Так, shift, двигаться влево, двигаюсь. Shift, двигаться назад, двигаюсь назад. Пройти к следующей цели. Что здесь за цель? Так, попадите в любую мишень, падая вправо. Shift, бегите вправо, затем нажмите Ctrl, чтобы упасть. Вот так? Ну, я нажал, да. Вправо. Так, ладно. Shift, бежим вправо, нажимаем Ctrl, падаем и стреляем. Графончик, честно говоря, как будто бы максимальное у нас стоит. Так, попадите в любую, падая вправо. Shift, бегите вправо. Да ёлы-палы. Сколько можно бежать вправо мне? Бегу. Контр жму, падаю. И в любую мишень стреляю. Сколько? Давай сюда побежим, упадем. Вот. Попадите, падая влево. Давай влево. Бежим влево. Бежим влево. Ай. Неудобненько, конечно. Бежим влево. Тут надо же где-то бежать. Бежим влево. Падаем. И мишень. Я не знаю, ни одну не видно. Вот эту видно. Еще раз надо бежать влево. Shift. Подожди, не просто иди. Беги. Да сколько можно стрелять? Ладно, можно покинуть бой, да? Я понял обучение. Отлично. Отличный мувмент. Полоса препятствий. Покинуть, да, однозначно. Так, пропустить, хорошо. Медальон не получен. Ну, в сраку этот медальон. Так, поиск боя. Так, да. Понятно. Многоборье стандарт. Давай многоборье стандарт посмотрим с тобой. Лобби, оружие, оружие. Так, оружие и исполнители. Какие исполнители у нас есть? Опа. Это кто такое? Давай посмотрим всех исполнителей. Адлер. Такой себе, да, девочка. Ну, такой в курточке, брутальный. Давай этого выберем, да. И с этой командой выберем брутального зомби. Не, слушай, вот тут есть поприятнее. О, слушай, вот этого выберем. Выбрать, все. Так, казармы это что такое у нас? Прогресс, персонализация, понятно. Оружие. Какое у нас оружие есть? Одно, что ли? Комплекты закрыты. Ладно. Давай сюда, давай сюда. Сквад, командный бой, пойдем. Пойдем в командный бой. Смотреть, здесь что-то пошло не так у разработчиков, да. Такая заставка не должна быть, наверное, имена не должны, блин, в глазах везде у меня быть, ники. Так, пистолеты, пулеметы есть? Давай вот этот выберем, да. Да, подтвердить. Это пистолет-пулемет?
Графика, ребята, стоит на ультрах, вся выкручена просто. Чек. Нормально, нормально. Прострелили. Не знаю, какое оружие нормальное здесь. Опять худой побежали. А, у кого-то запускает еще, да? Так, надо подожди. Самое первое, это звук. А, вот. Да-да-да. Голосовой чат. Громкость голосового чата нахер. Голосовой чат нахер. Чат малого радиуса тоже нахер. Вот, подтвердить. Все. Чтоб я не слышал этих неадекватиков. Понял? Они не загрузились в игру еще у нас в команде, представляешь? Они грузятся там, сидит, я не знаю, на каком-то говне и говорит. Почему так долго грузится? Почему долго грузится, ты не знаешь? Почему? Фига себе, это откуда? Как будто бы с машины сняли. Ну вот она, максимальная графика, я не знаю. От этой игры ничем не отличается. Они с каким-то оружием поменьше бегают, чем у меня, и без прицела, да? И как будто бы сенса у меня поменялась, но надо все настраивать. У меня шприц какой-то. Какое-то говно оружие, если честно. Ты стоишь здесь за КамАЗом, господи, это явно не моя команда, ребят. А куда ты бежишь, ты что, не видишь его? Я не знаю, оружие надо будет поменять, мне абсолютно не нравится это оружие. И я его грохнул, Чё не засчиталось? Где он, исчез просто или что? Или вышел? А, он здесь сидит. Понятненько. Там наш ходит, нормально. Среди чужих, да? Звука, ой, я летать умею даже. Ничего себе. А с какого оружия? Чё, повторы не показывает? Очень интересно. Почему повторы не показывает? Смотри, да? Вот повтор. XM4 какая-то. Ну, убивает довольно... Чё, будем стоять? А он грузится все, понимаешь? У него каждая катка это. У меня вот ребята какие-то зашли, я не знаю, походу лагающие немножко. Как будто бы немножко долго грузятся они. Не, это оружие, конечно, да. Enemy in the black. В контейнере сидит уже. Ну, сзади пришел. Ну, вот у штриха все грузится, понимаешь? А некоторые ждут загрузки. Watchdog Hilo incoming on your location. Для глаз как будто бы очень тяжело, если честно, эта карта. Вот. Разнос, жесть! Ну, я понимаю, что это бета-тест, конечно, да, и вот такое вот происходит, но я вам даю железобетонную гарантию, что на релизе будет то же самое. А вот, свою группу приглашает. Сейчас пойдем, секунду. Сейчас пойдем. Иван приглашает.
Сейчас я ж просто, понимаешь, постоянно так, выход из операции, поиск боя, я многоборье стандарт, я просто оружие хотел посмотреть. Как его менять здесь? В серии очков, что? В серии очков это понятно. Оружие, комплекты на четвертом уровне, аж понял. Короче, ладно, давай еще каточку и сейчас залетим к Ивану. Итак, и у нас карта превосходства. Скайлайн какой-то. Не знаю, что такое Скайлайн. Какой-то Иерархион приглашает. Я даже не знаю, кто это. Так, вот это нет. Разведчик есть. Стратег. Каратель. Давай разведчик. Ой-ой-ой, что за пушка? Короче, мне надо пушки собирать. Защита, а и захватить надо, подожди, какое-то новое достижение, но с такой пушкой, конечно, не поиграешь. И где они? Они не загрузились еще, как мои в прошлом рейде, ну, захватили. О, не, так я играть смогу даже с этой пушкой. Это что? Так играть можно с любой пушкой. У них, по-моему, сейчас тоже проблемки какие-то. А что здесь у нас? А, здесь снайпер сидит уже, понял. Причем на нашей крыше где-то здесь. Нихера себе. А Б захватывается вопрос? Нет, почему? А, вот. Понял. В ванне захватывается только. Это странно. Это странно, почему... Так, вертолет нас сбить. Почему только в ванне захватывается? Звуки конкретно сразу. Конкретно. Я бы сказал, бы их вообще нету, получается. Я не знаю, где они оружие нормальное берут, но надо до четвертого уровня дойти, конечно. Вот, что было бы... Спасите. Френдли-френдли. Я Б захватываю. Они только сам могут идти. Ну, конечно, конечно, давайте, да, давайте там всякие вот эти вот... У меня на троечку тоже что-то есть. Что-то типа БПЛА. Вот. С меня просто, я не знаю, я вертолеты и вся вот эта фигня. Вот это надо убрать. Ага. Куда я упал? Почему, если я не двигался? Я статично стоял. Теряете. Ну что тут сидят уже, я не знаю, что ребята делают. Почему мы теряем Б? Спорная зона еще идет. Сзади кто-то есть. Сзади есть кто-то. Вот. Точка захвачена. Так, готово. Да нет, с трех сторон меня. Ну, захватил, ладно, захватил. 139. 139 захватил. С
сидит в углу, бля. 139. Так, защита. Откуда вот отсюда? Можно сверху, оттуда, да. Но почему оттуда мне показывается? Так, давай сразу с этим разберемся. Он сильно мешает так. Не надо ты нам. О, даже через стену пробиваю. Фига себе игра, ты понял? Я через кирпичную стену. Давай А захватим. Через кирпичную стену, потому что С захватили уже. Б захватили. У нас как будто бы очень мало игроков. Идем 147 на 147. Как. Да ну как ты упал? Встал, я в тебя стрелял еще. Что это? Народ, новые Call of Duty. А, это наш лежит. Серьезно? А, я в ванной, я думал, я улетел уже, нахер. Б защита. Но этого надо сразу. Сразу же защищать. Так, А не захвачено, А близко здесь. Насколько я понимаю. Ты захватываешь? Захватываешь. А я кинул, я даже двигаться не мог. Не то, что шифтить там бег, как они говорят. Шифт-бег. Одного замочил, посмотри, Крисюк за щитом лежит. Двигаются тут, прикинь, по нашей территории. Вот тут лежали все, прикинь. Чтоб на сцене прошли, что ли? Мы на сцене должны пройти. Если он туда смотрит, я сюда смотрю. Правильно? Давай БПЛА сделаем. У нас на Альфе проблемы. Так, захватываем. На С проблема теперь. Так, ты ж тут, брат, был. Вот так, так держать. Сейчас на А пойдут по-любому. Возмездие. Так, С опять потеряли. Я не успеваю. Не успеваю бегать туда-сюда. Вот эта рука, я понимаю. Она где-то в оружии. Где-то отдельно. Вот это да. Вот это качество, ребята. Я дошел до комплектов. Вот это качество. Супер. Супер. Модельки, как будто бы, я не знаю, я как будто бы только-только начали делать. Пусть сидят на балконе. Меня это устраивает. Графончик, конечно, да. Привет из 2008-го. Спина. На Альфе проблема. А, ну, так ему надо оставлять одну точку, чего забрали все. Спина, С.
Я пока перезаряжу сейчас полчаса. О, убийца королей, 7 уровень уже. Пушки. Может, что-то еще выбью. Бля, это свои... А где Никита? Я не понимаю, как они проходят у нас. На А, на А все. На Чарли! Вон, чел. У нас А красная. Меня на С убили. Еще понять, как туда спуститься. Нормально в упор. И у нас вот типочек там. Тут. Вот здесь зачистить надо, да. А как по... Он просто пришел, получается, да, вот этот тип. Но без звука, без ничего, и как-то очень резко он пришел. Никого, да? Фига себе, резкий, да? Дурной. Резкий и дерзкий. Видел, как я мог боком, а? Иван, я тут, да-да-да, а наша С захватывает. Б. Ой, какое-то оружие взял. Чисто случайно. Здесь Леди Босс лежит. Стреляй в него. Убила. Потому что 30 патронов выпустил и непонятно куда. Это наш. Там появится иконка, что это наш. А, во, появилась синяя. Тварь какая, а? Блин, опять оружие поменял. Я не хотел менять его. Я не хотел менять это оружие. Боже мой, что за игра? Вроде и не лагает, кстати, нет. Понял, там второй. На чей идут? На Чарли. Куда пули полетели? Вроде... Точно стрелял. Со спины. А, за баром. За баром сидит. Ба-ба-бах! Выстрел в голову. Стеной, возмездие. Лучше бы не награды сделали. А что-то, ну, такое полезное. А он постоянно здесь лежит. Ну, а я сквозь текстуру могу лежать. Сзади, сзади. Тут есть вот такой еще подземный ход. Победа! Наша победа! Вот так вот. Ой, Иван, Иван нормально, смотри.